Всем привет, с вами Народный Патруль, а значит, прямо сейчас узнаем, какой запомнилась минувшая неделя и что заставило наших зрителей включить камеру. Ну а для того, чтобы попасть в следующий выпуск, достаточно записать интересное видео и отправить нам в WhatsApp на номер 8-924-855-2525 или в Instagram Народный_Патруль49. Пока новогодние воспоминания свежи, а елка хоть и начинает осыпаться, но героически стоит, посмотрим поздравления от магаданских автолюбителей. Кстати, в этом году флешмоб проводили во многих городах, и самая большая фигура получилась в Красноярске. Там было 400 машин, ну а в нашей елке их оказалось 85. Другой водитель из своего авто решил сделать Санта-мобиль. Но милое дерево на крыше – это еще далеко не все. За рулем действительно волшебник. Вместо посоха у него ручник, а в мешке, наверное, кирпичи от пассажиров. А вот на суровые будни моряков красные дни календаря не влияют. Дел у них по горло, особенно когда судно со стороны больше напоминает айсберг. Обычный день в Охотском море для профессиональных рыбаков. Ковидный госпиталь на улице Якутской прославился своим шкафом для передачи вещей и продуктов. Стоит он прямо на улице, покосившиеся дверцы не закрываются, в общем, подходи и бери все, что хочешь. И, кстати, Минздрав в этом проблемы не видит, ссылаясь на отсутствие специальной комнаты, а этим скворечникам они делают одолжение. Так, уважаемые руководители Минздрава и все остальное, посмотрите, вот это нормально, а вот это... А теперь посмотрите внимательно. Освещение здесь у нас, как правило, не работает. И всем на это плевать. Рядом у нас общежитие. Потом идет вот эта вот коммуналка. И вот согласитесь со мной. Вот это вот ложить сюда. Честно сказать, я в шоке. Я в таком шоке. Шикарная забота о человеке. Молодцы. Ну, что можно еще сказать, а? Может быть, после этого кто-нибудь обратит на это внимание, хотя бы Минздрав, который вообще ничего не работает. Историческое событие. Впервые за 21 год совершен авиарейс из Магадана в Синегорье. Теперь это направление обещают сделать постоянным, по крайней мере, уже есть расписание на зимний период. Ну а такой самолет сможет захватить с собой 8 пассажиров, так что легкого взлета и мягкой посадки. На сегодня это все, ну а ты не забывай, что здесь можно не только делиться своими видеосюжетами, но и выиграть приятный денежный приз за лучший ролик месяца. Так что пиши в Instagram Народный_Патруль49 или в WhatsApp на номер 8-924-855-2525. Ну а мы увидимся через неделю. Пока!